Этот шум практически сутки напролет никого в округе не раздражает. Жильцы дома номер 20 по улице Тоннельной ему даже рады. Бригада специалистов решает основную бытовую проблему пятиэтажки, ремонтирует систему отопления. Снабжающие компании долго не могли понять, почему батареи в квартирах этой многоэтажки не всегда горячие. Оказалось, что причина находится глубоко под землей. В прошлом году участились жалобы по качеству отопления. На данном доме после обследования было установлено, что нарушен гидравлический режим по причине износа сетей. В целом по городу при подготовке к осенне-зимнему периоду заменили более 7 километров ветхих коммуникаций. К некоторым домам подвели трубы большего диаметра. В котельных работы сейчас на стадии завершения. В некоторых идет не только традиционная профилактика, но и замена старого оборудования на современное, более технологичное и экономичное. Одна из них – котельная номер 14. Именно от качества ее работы зависит комфорт почти 100 тысяч потребителей центрального района. Ведется работы по автоматизации водогрейного котла КВГМ-30 номер 9. То есть автоматизация заключается, то есть весь процесс горения будет производиться без участия человека. То есть это даст, конечно, экономию топлива. Вот, исключит человеческий фактор, там, то есть аварийные ситуации. Также здесь завершается монтаж нового резервуара горячей воды в замену устаревшего. Он гарантирует нормальное давление в кранах во время пика так называемого разбора воды. Как только запустят в эксплуатацию этот термобак, начнут менять следующий. Вообще, если говорить в целом о системе тепло- и водоснабжения курорта, то в рамках олимпийских проектов большую часть оборудования модернизировали до зимних игр. Заменили и десятки километров теплотрасс. Но проблемы в отрасли еще есть. Работы по пуску ряда новых котельных отстают от графика. Надо сегодня просто понимать, что зима предстоит холодная. Вот, это прогнозы четкие. И поэтому надо сегодня просто-напросто все буквально мобилизовать для того, чтобы действительно подготовиться, чтобы сюрпризов не было. А для этого теплотрассы и котельные должны полной мощности быть готовы все. В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону предстоит и тотальная проверка всего многоэтажного жилого сектора. Основное внимание уделят остеклению и общему состоянию подъездов. Устранять недостатки обяжут управляющие компании. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.